Осенью 2023 года в сети состоялась премьера сериала «Родные люди». Консультантом проекта стал Константин Богомолов, чья популярность выросла после работы в сериале «Содержанки». По словам зрителей, первые серии картины завлекают они легкие с юмором и красивыми видами. Город показан красиво, без грязи. Сериал здорово помогает расслабиться. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Дюжев, Камиль Ларин, Егор Бероев, Александра Ребенок, Галина Польских, Андрей Соколов, Елена Захарова и другие. Сюжет сериала повествует о студентах, весело проводивших время в юности. И теперь мы узнаем об их судьбах спустя 20 лет. У всех они разные. Кто-то обзавелся семьей, кто-то все поставил на карьеру и ошибся. Они решают встретиться на юбилее преподавателя Петровича и вспомнить былое. Но перед этим произойдет столько событий. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Родные люди» может быть назначена на 2024 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.